Свою продукцию для развития промышленного комплекса региона предложили англичане. С деловым визитом накануне в Тюмень приехала делегация из Великобритании во главе с советником-посланником посольства Джонатаном Брентоном. Представители компании «Туманного Альбиона» лично пообщались с тюменскими предпринимателями и представителями вузов. Больше их интересовало сотрудничество в нефтегазовом секторе, строительстве и образовании. Для участников делегации это первый визит в Тюмень. Я очень была приятно удивлена вашей такому бурному развитию в такое тяжелое время. Очень много возможностей для совместных каких-то работ. Это очень хороший регион. Я думаю, что это было началом очень хорошего будущего.